Я расскажу тебе секрет новогоднего праздника. Когда люди поздравляют друг друга и желают счастья, они излучают волшебные нити, из которых соткано небо. Вот зачем семеро бессмертных братьев придумали Новый год. Психолог сказала, что эти видения мешают тебе социализироваться, поэтому у тебя нет друзей. У меня нет друзей? Да. Как вы меня нашли? Я только по письму. Карачун режет небо? А ты где это видела? Нигде, я просто фантазирую. Мой брат Карачун похитил ледяной ларец. Если он откроет его, случится то, что ты нарисовала. Как это возможно? Письма Деду Морозу? Так это что, правда? Мне показалось, что между нами искра, что ли, пролетела. Что я вообще говорю? Забыли. Подожди. Ты же у нас теперь самый ценный маг в корпорации. Когда он соберет все ключи, он сможет разрезать небо. Вспомни, когда это было, где это было. Мне тяжело возвращаться в эти сны. Но если пройдет 10 тысяч лет, и они тебя так и не простят, этот мир не стоит того, чтобы его спасать. А ведь все зависело от тебя. Кто победит? Свет или тьма? Десятки тысяч магов работают над тем, чтобы добро не сдавалось. Сегодня ты должен стать одним из них. Я Дед Мороз. И если ты слышишь эти слова, значит, ты нужен мне. Дед Мороз. Битва магов. Вы, наверное, из магистров черной и белой магии. Скорее, белой. Там, где вы всей этой хиромантии учились, я там преподавала. Новый год в кино.